79-й. Вновь времена тренера Калугина. Валерию Федоровичу гарантировали условия для создания команды, способной решать высокие задачи. Но обещания остались лишь обещаниями. Финансовое положение команды ухудшалось, интерес к ней со стороны завода, города и области просто пропал. Команда доживала свои последние годы. Значит, я сначала был как игрок в «Волге». Это было с 66-го года, прошлого века.